вами Валерий Джи. Да, вот поэтому я говорю, лучше определяться. И баб, в общем. Короче, с вами Валерий Джуми. И Кэрол Вайтс. Сегодня у нас видеореакция на одну из новинок, которая вышла 2 января этого года. На Dream Note. Песня называется Виш, что-то такое, да. Виш. Вот, да. Чуть не ляпнула Винкс, ну ладно. Сегодня что-то слишком много Винкса. Да. Ладно, приступим. Давно группа существует? Вроде с того года. А что? Это лица знакомые. Но... попадаются. Может, опять в каком-то шоу их видела. Все возможно. Мне нравится, как у них вот эти ленточки на руках сделаны. Прикольненько так смотрится. Надо мне тоже такую найти. Ща погуглю. Да не сейчас. Да, найдите шарик, пожалуйста. Да какой шарик? Мне ленточка нужна. Изолента подойдет. Иди на мани изолента. Она синяя, бывает красная. Ну да. Красиво. Можешь еще несколько надеть. Да, конечно. Как мы видим, да, похоже концепт Мими, да? Милый. Мне пока не заходит, он слишком реально. Может, я еще не готова была после, скажем, перепадов таких более энергичных песен к такому. Ну да. Ля-ля-ля-ля. Ну да. Не, в принципе, нравятся у девочек наряды, но, кстати, наряды вроде не особо-то милыми смотрятся. Они более смотрятся для такого дерзкого концепта. Ну, как-то пока не сочетается тогда. Ну да. Как они не путаются? Не знаю. Сначала они сели, как они не наступили на это? Что-то там помахали, то помахали и не запутались. Нет, ну, мы вот ну, слушай, это не на табуретках танцевать, как у нас было. Так что... Мы-то по-любому запутаемся. Мы с тобой задаем, еще сами друг друга запутаем. Мы просто... Да-да-да. А ты откуда тут? Зацепился случайно. Тогда это точно изолента. Да-да-да. За баняку она одна была с этими лентами, привязанная к каким-то... К единорогу! Какими-то там и столбы какие-то тоже с этой лентой. Это что-то сидит, химичит непонятно что. Другая там с перышками что-то делает. Ну, она там что-то нашаманила, они там выпили, вот и единороги, ну, да. Веревки. Ну да, кстати. Цвета, кстати, такие даже, как во время галюников. А ты знаешь, какие цвета во время галюников? Что? Вот это спалилось! Да. No. Вот этот момент мне нравится, Джим, когда вот это начинается. Да, повторение. Вот это мне нравится, вот это вот Джим Джим, это какой-то там Джимми Джимми, а чё, спокойно. Очень. Знаете, вот да, вот этот момент вроде звучит бодро, но при этом сама песня какая-то плавная такая идет. Вот.
Девушки, да, красивые, наряды мне нравятся, но говорю, наряды что-то сюда не вписываются, они какие-то... Нет, поют хорошо, одеты хорошо, краски классные, но песня... Песня... Нет, песня неплохая, спокойная, но какая-то слишком... скучновата немного. Слишком спокойная, да. Шикарные штаны у нее, да, были? Я не на штаны поставила, поставила, как она рисует картину. Я так же могу, да? Да из меня такой же шикарный художник, да, ребята. Сейчас, подожди. Да-да-да. Обожжух и готова. Зачем она посадила ключ? Не знаю. Она закопала ключ. Типа, может, вообще-то вырастет? Она сначала его нашла, а потом посадила. Как бы ладно бы, если бы она его там закопала, она реально посадила, такая... Слушай, вроде как бы, я такая смотрю, и такая, типа, ну, вроде какая-то история есть. Но какая, я понятия не могу никак. Что они хотели сказать этим клипом? Может, они просто ничего не хотели сказать этим клипом, мы решили посадки. Ну, так было мило, давайте попробуем. Да-да-да. Мы мимо Миша смотримся, давай ленточками помотаемся. Вжух, да? Единороги. Да. Рогатые. Ну, видишь, вжух, он вырос, понимаешь, там это растение. Подождите, а на этот, как его, братина, который, да, пытался тоже деньги вырастить? Да, да. Сейчас у него ключики выросли. От чего ключи-то хоть? Что ты хотела открыть? Да. Какие ключи? Там не было никаких дверей. Ну, кстати, вы заметили, что одна ленточку от себя отвязала, такое чувство, будто ей... к чему-то были, типа, привязаны, и тут же они, ну, и показывают, что они, типа, смогли от этого как-то отвязаться, что-то в этом роде. Ну, я нифига не понимаю. Ладно, давайте дальше смотреть. Шикарно, ты, да? Ты вот такими движениями, которые еще картина движется. Глаза его пурились. Посмотри, он что-то нюхает. Да? Это как... Не, ну танец вообще, ну, зачетный танец. Это как они так это, прыг, перекрутили, прыгали. Не, ну танцы что? Вообще классные танцы. Ну танцы, сделали. Да, прикольно. И с ленточками, мне кажется, они, скорее всего, оригинально, даже... но я не понимаю суть клипа. Я привыкла искать там смысл. Или историю. Да, спасибо, BTS, история непонятная. Так хочется, что реально. Единорог блеванул, и вот получилось. Надя! Что? А он радугой привез. Видишь, какие цвета? Как у радуги. Сейчас она откроет эту дверь. Говорю, обкурились! Требовалось заказать. Вот тебе пыльца, вот тебе непонятно дверь, и она открылась. И ты такой, а куда вы вышли, что вы так улыбались? В Нарнию. В Нарнию. Дорога в Нарнию. Короче, клип явно просто, знаете, это... Ну вот, мы вот это придумали, вот это пусть и будет, да? Нет, может быть, как бы прикольненько, оригинально, в плане того, что как бы необычно. Ну, типа да. Красиво, цвета такие все. Ну, это может мы немного. Того, да? Ну, все возможно, да? Ну...
Я даже не могу прийти к общему итогу. Мой мозг говорит, ну, типа, обкуренно, это прикольно. Мелодия скучновато, но вместе это интересно. Вот на этот счет они, наверное, так и думали, что вроде песня скучная, но клипы вроде ничего. А, да, точно. Слушай, песня не очень получилась у нас с тобой, но как бы другого варианта им не дать. Да, да. Давай с клипом чем намутим. Я вот клип зашел, да? Чтобы они там ничего не поняли. Чтобы они только пытались что-то понять, но ну, да. В итоге такой, ну, в принципе, зачет, да? Не, там, конечно, да, понравился. Yeah. Он, видно, такой, поработали над ним, не просто тупо какие-то однотипные движения, там хоть что-то менялось. Что там они шифырили? Ну, это видео тоже как из серии магии что-то, наверное, подобное да, было. Ну, как видела, да, да. Магия там волно было. Ну, да. Болёс. Вот. Ну, не зря ты хотела сказать что-то ВИЧ. ВИЧ, блин. Ну, на ВИЧ не тянет. Винкс, да. Ну, в принципе, да. Какие-то типа печки, что-то из этой серии, блин. У меня реально теперь такая ассоциация идет. Хотела так назвать? Вот, пожалуйста, вон чукали там с блёсками. Кстати, да, как у Винкс тоже блёски были. Короче, в принципе, девочки нам понравились, но все равно я считаю, что костюмы не сильно прям были именно под мими стиль. Для меня они более напомнили дерзкий стиль. Ну вот, не знаю почему, но так ино было, да. Я вообще не обратила на это внимание, мне было не до этого, пыталась понять смысл клипа и понять, почему всё это происходит. Ну я тоже не поняла. Единственное, только поняла, что они были, типа, к чему-то привязаны, а потом они вроде так что-то нашли. А потом они оказались в Нарнии. Волшебницами, и ушли в Нарнию. Ну да. Ну знаешь, после такого и не только волшебником станешь. Ну вообще, да. Чё? Нарисованная дверь. Открылась. Да-да-да. Ладно. Ключ-то для этого и нужен был. Да, то так бы не открылось что-то. В общем, спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Надеюсь, нас не так сильно это за это. Да, подписывайтесь на канал. И нажимайте на колокольчик. Да, всем удачи, всем пока. Фирмины. Раз, два, три. Миш! Вот эти многое это. Они там, короче, обкурились. 12 плюс уже нормально. Ой. Вы что, 18 смотрели, да? 19 плюс. А мне почему не показываем?